Приложения Move to Earn стали хайповым криптотрендом этой весны. Еще бы, ведь они дарят токены просто за ежедневную активность, прогулки или бег. Но большой ажиотаж привел их к заоблачным ценам. Например, чтобы начать играть в топовый Move to Earn Stepan, нужно покупать NFT-кроссовки, а их цены на данный момент стартуют от 16 BNB или 12 токенов Solana, а обувные коробки с новыми кроссовками еще дороже. Сегодня мы расскажем о проекте, в котором можно зайти без вложений. Это британский стартап Sweetcoin, который называют убийцей известного на весь мир Stepan. Слово Sweetcoin переводится как «монеты пота», так что принцип игры понятный – мы зарабатываем токены за шаги и бег. Это приложение уже скачали более 75 миллионов пользователей, оно попало в тренды App Store во многих странах. Наличие авторитетных фондов, вложившихся в проект, говорит о серьезности и стабильности проекта. Этот проект получил крутых инвесторов и партнеров – Near Foundation, Justin Kahn, Sandeep Naval, Spartan и OKEX. Для начала предлагаю послушать основателя проекта. Недавно он дал интервью каналу Encrypted. Полная версия стрима будет в описании. Sweetcoin по курсу 1000 верифицируемых шагов выдается один Sweetcoin. И из этого одного Sweetcoin берется 5% комиссия. Это для того, чтобы поддерживать там сервера, свет, все остальное. И эта комиссия идет в трежери. И ты упомянул дополнительный функционал, там, я не знаю, приглашение друзей, делать бусты, когда ты получаешь двойные свиткоины. Вот это все выплачивается из вот этого самого трежери. То есть свиткоин не может быть создан нажатием кнопки. Каждый свиткоин, который существует, кто-то потел, кто-то ходил, там всегда есть тысячи шагов. Да? И вот эта вот вся циркуляция сейчас свиткоинов у нас в Web2-приложении, это все свиткоины, которые, под которыми лежит, собственно, ценность движения. Приложение использует модуль GPS в телефоне и работает в фоновом режиме, поэтому все наши движения отслеживаются и записываются. За каждые 1000 шагов программа начисляет одну монету свиткоин. В день можно заработать максимум 10 свиткоинов. Для этого нужно пройти или пробежать 10 тысяч шагов, это около 5 километров. Раз в день программа открывает 20-минутный буст, за этот период наши шаги удваиваются. Заработанные монеты начисляются на внутренний кошелек в приложении. Приложение будет работать на блокчейне NIR. Также после эмиссии монеты SWEET можно будет обменивать и на другие криптовалюты и фиат. В приложении появится фарминг и стейкинг. На сегодняшний день экономика приложения работает только за счет показа рекламы. Летом компания SWEET Foundation проведет выпуск токена и обменяет наши заработанные свиткоины на токены SWEET. Как оно произойдет, предлагаю послушать снова основателя проекта. Как TGE будет происходить? Очень просто. TGE, то есть Token Generation Event, это будет matching exercise. То есть у нас на данный момент существует где-то порядка 22 миллиардов свиткоинов в комьюнити. Да? Мы где-то там, в течение следующего месяца-двух сделаем TGE, это будет просто снапшот. Да? То есть мы сделаем фактически картинку всех балансов, которые находятся в системе, и всем, кто заопт-инился, то есть создал себе wallet на NIR, будет переведено на их wallet один свет за каждый один свиткоин, который у вас на балансе, вне зависимости от того, заработали вы его шагами, там, просмотром рекламы, делая там daily-бусты или приглашая друзей. Да, мы просто как бы делаем стартовую вот эту точку, что один свиткоин равен одному свету. После этого только шаги и с постоянно повышающимся уровнем вот этой вот сложности минтинга будут позволять зарабатывать дополнительный свет после этого. ТГЕ произойдет, наверное, на уровне где-то 23-24 миллиарда свиткоинов. Вот. И как бы каждый из свиткоинов, как я уже сказал, он базируется, вернее, он backed, я даже не знаю, как это... Обеспечен. Да, он обеспечен чьими-то шагами. Вот. Поэтому мы создаем фактически крипту из существующего движения, а дальше увеличиваем сложность ее минтинга, таким образом повышая так называемый marginal. В приложении есть встроенный магазин, где мы можем обменять свиткоины на товары, обучающие курсы или сертификаты. Среди доступных товаров есть также Apple AirTag по цене 2000 свиткоинов. Sweetcoin предлагает несколько способов заработать больше токенов. Помимо ежедневного буста, мы можем зарабатывать монеты за просмотр партнерской рекламы.
В день приложение предложит 3 просмотра. Размер награды бывает разным. В среднем за просмотр 3 роликов можно получить 2-3 токена. Второй вариант – это партнерская программа. За каждого приглашенного пользователя программа платит 5 свиткоинов. А можно поступить иначе. Свиткоин предлагает премиум подписку, сейчас она стоит $5 в месяц или $25 в год. Премиум дает следующие преимущества. Удваивает количество всех шагов. Нет лимитов на количество заработанных токенов в день. Эксклюзивные товары в магазине. И персональные аватарки в профиле. После выпуска токенов VIP-пользователи получат дополнительные плюшки, а самое интересное – поучаствуют в аирдропе, который ожидается самым крупным в истории крипты. И последний способ увеличить заработок – это принимать участие в челленджах и акциях сообщества. Они открываются во вкладке «Challenges». В бесплатной версии можно заработать 10 свитков в день. С бустом они превратятся в 20. Сейчас коины приложения торгуются только на OTC рынках. Средняя цена на момент записи видео 10 центов за штуку. Итого на $2 можно нахаживать ежедневно. Таким образом, месячная подписка окупится за 3 дня, а годовая за 13 дней. Естественно, нет смысла говорить о заработке, заменяющем основной источник дохода. Но предположим, вы и ваша вторая половина установили приложение. Спустя год на вашем кошельке окажется по 7300 свитков. Это 14600 на двоих, что по нынешней цене $1460. Приятный бонус, согласитесь, на который можно отдохнуть в Египте 2 раза по неделе, например. А если вы подсадите на это своих детишек, например, двоих, годовой доход семьи составит $3000 или $250 в месяц. Приложение Свиткоин работает как обычный фитнес-трекер. Для того, чтобы начать пользоваться, нужно кликнуть на официальный сайт, ссылка в описании под видео, нажать Download App, и скачать приложение для вашего устройства. Зарегистрироваться в приложении в один клик. В настройках дать разрешение на отслеживание вашей активности и показ уведомлений. Жить обычной жизнью и зарабатывать свит. С вами был канал Пророк. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.